Привет, друзья! Ну что, как вы видите, мы находимся в самом центре Сиднея. Опера Хаус виднеется за моими плечами. И, как я уже сказал в предыдущем видео, мы говорили о том, как я строю свой бизнес и какой у меня есть подход к тому, что я называю бизнесом. Так вот, мой подход, как я уже сказал, это ваше время. Получение максимального результата за кратчайший промежуток времени. И это самое главное, и это на чем зиждется мой бизнес. Я не предлагаю вам самое дешевое, потому что я хочу, чтобы у вас было самое качественное. Я предлагаю вам самое быстрое, самое доступное за короткий промежуток времени, чтобы вы получили результат, который нужен именно вам. И я очень рад, что команда моей компании растет, что в моей компании я могу выполнять роль идейного вдохновителя и миграционного агента, когда другие люди могут выполнять другие роли. И мы вместе, объединенные этой идеей, этой целью, можем достигать великолепных результатов. Я очень рад, что я понял, когда, в общем-то, съездил в Москву и вернулся в Сидней, что меня окружают замечательные люди. И люди, помимо времени, это тоже один из главных ресурсов того, чего сегодня я имею. И вообще того момента, который я ощущаю. Те люди, с кем я работаю, и те люди, которые становятся частью моей команды и помогают Y-Migration Office развиваться. Я очень рад, что вместе с вами мы можем сделать этот шаг вперед. Мы вместе с вами можем выучить английский для своей миграции в Австралию. Мы можем улучшить его, мы можем поехать на Мальту, получить визу, сделать визовую историю. Мы можем сделать многое. Мы можем понять, чего хотим именно мы. Мы можем эмигрировать, мы можем учиться. Мы можем смотреть на мир без границ. Я тоже думал, что мир имеет границы, когда сидел в Сибири, в Новосибирске, и думал, что да, действительно, ничего не получится, никак не получится. Но я смог, я думаю, что моя миссия сейчас и миссия моей команды – помочь вам сделать этот шаг. И, как я уже говорил в видео с Тимом, который ездил со мной на Мальту, если хотя бы одно из моих видео помогает вам, то все это, вот вообще все это делается не зря. Поэтому я очень рад, что вы подписываетесь на мой канал. Я очень рад, что вы поддерживаете меня, мои начинания. Я очень рад, что вы есть у меня. Я очень рад, что мы можем сделать очень многое. И я очень рад, что мы сделаем многое. И ближайшие видео, ближайшие месяцы, ближайшие годы будут наполнены достижением целей, достижением результата, которого нужен именно вам. И вместе с вами мы сможем сделать нашу австралийскую или мировую мечту, путешествие по всему миру, овладение языками, образованиями, иммиграция. Мы можем сделать эту мечту реальностью. Поэтому я рад, что вы смотрите мой канал. Подписывайтесь на этот канал, если хотите быть в курсе обновлений по Австралии, по всему тому, чем я занимаюсь. И до встречи в следующих видео. Привет из Сиднея. Пока!